Мы сейчас зашли в отель Four Seasons. Помните в фильме «Муза», где она остановилась там? И хотим здесь поужинать. Но пока мы идем к ресторану, я вам покажу, как тут все великолепно выглядит. Потому что, начиная с запаха, который не передать, здесь есть лаунж-зона. Просто наслаждайтесь, вкушайте. Представляете, что это вы сидите со своим любимым человеком, со своими детьми в прекрасном, красивом месте. Такие ковры. Здесь разные есть рестораны на первом этаже. Мы сейчас сюда зашли. Мы будем выбирать. О, боже, запах. Это просто... Добрый вечер. Вкусный очень бар. Александр. О, это же про меня. Ты бы нюхай, как там пахнет, мам. Тогда надо просто заходить носом. Очень вкусно пахнет. Меня как... Кстати, когда-то меня назвали Александр. Это был мой даже ник в электронной почте. Какой интересный знак. Давайте заглянем вот сюда. Все уголочки вам покажу. Я впервые в этом отеле. Мне все нравится. Видимо, в следующий раз Питер будет здесь. А сейчас мы идем налево, и здесь как раз будут все рестораны. Давайте вместе прогуляемся и вкусим музыку, красоты. Такие витрины идут по пути. Просто насладитесь, впитайте, как будто вы это смотрите. Возможно, у кого-то также возникнет мечта попасть сюда. Посмотрите, какой каменный кашалот. Книга. И вот так великолепно это выглядит с другого ракурса. Знаете, само состояние, которое здесь, когда ты идешь, здесь воздух пропитан совсем другими вибрациями. Хочется ими наслаждаться, вкушать. Вы чувствуете, у меня даже голос начинает меняться от того великолепия, которое здесь царит. Запах роскоши, спокойствия, запах уверенности. Это то, что я чувствую здесь. Интересные фигурки. Можете почитать, посмотреть, кто это. Как по-разному люди видят мир. Мы не одни ходим здесь. Так, что-то тут за другими дверьми. Духу. О, такая красная плиточка. Здесь. Возможно, я куплю себе здесь халатик или что-то еще. Я узнаю, как это можно сделать. Смотри, какой халат. Мне кажется, можно его приобрести. Красивая тумба, картина. Очень здорово. Немножко, знаете, такое ощущение придыхания. Давайте заглянем вот в такой бар. Класс. Очень атмосферное местечко. А теперь пойдемте дальше. Камера не передает всего блеска. Вот он здесь. Мы увидели с улицы этот ресторанчик и решили сюда зайти. Это отель Four Seasons. Класс, мне тут нравится. Добрый вечер. Добрый вечер.
здесь можно выбрать игристого, и не только. И вот такой у нас будет столик с моей мамой. Сейчас мы будем выбирать себе что-то вкусное. Вкусный ужин, вкусное вино красное из чили. И я заказала с телятиной паста. Как-то она там, значит, круто называется. Сейчас буду пробовать. Это нам на закусочку приносили. И осьминоги с овощами гриль моей мамы. Что вот такой у нас сегодня легкий ужин. А давайте посмотрим вот этот зал ресторана. Мы его еще не видели. Боже, вот это роскошь. Вот это роскошь. Да. Почувствуйте просто, что тут за атмосфера. Вы знаете, друзья, у меня кайф. Вот я зашла в этот ресторанчик Four Seasons, напротив камин, атмосфера, запах, и здесь кайф. Мы хотели пойти в другое кафе, чтобы попить кофе, но мы не могли отсюда уйти, потому что тут просто такая душа живет в этом месте, это невероятно. Это надо чувствовать. Возможно, кто-то посмотрит и скажет: ой, да что тут особенного? Ребят, это надо чувствовать. Ну, конечно, всегда интересна туалетная комната. Как она будет выглядеть? Так, в мужской мы не пойдем. Дамский, конечно же. Так. Добрый вечер. Дамская комната. Очень, знаете, так душевно. Мне нравится, смотрите, какой портал. У нас дома тоже есть такой портал, из двух зеркал друг напротив друга. И здесь двойной портал, когда ты идешь в полный рост. Ну и здесь уже, собственно, сами туалетные заведения. Здесь такое ничего обычного, необычного, скажем. Все очень так понятно и просто. Юлиана, смотрите, она чистит обувки. Сапога за 70 тысяч. Это было очень нужно. Жизненно необходимо просто. Так, я чувствую, мои тоже, мои чистые. Вообще девственно не нуждаются, девственно чистые. Ну что, смотрите. Вот такая туалетная комната в отеле Four Seasons в городе Санкт-Петербург.